Я хотела бы сказать, что у нас все наши образовательные учреждения, 43 школы, распахнули сегодня двери для того, чтобы принять 37 400 учеников, которые сядут за парты и в первый раз, в первый класс пойдут 4400 учеников. Именно сегодня исполняется 5 лет, как мы начали, стартовал проект «Росагроклассов» во всех городах, где работает наша компания, и в том числе в Череповце. И, наверное, ну, изначально он задумывался, так может быть, достаточно узко, как вот первоначальная стадия профессиональной подготовки, для того, чтобы ученики выбирали, скажем, интересные, профильные для нашей компании технические вузы. И вот за все это время, за 5 лет, вот, уже более 500 выпускников Росагроклассов их закончило. И мы видим, что каждый год динамика положительная, что проект оказался действительно успешным. И выпускники Росагроклассов поступают в лучшие вузы нашей страны. Готовились усердно, занимались. Подготовка была к школе. А так в деревне ребенок готовился, у бабушек. А мы работали, покупали все, закупали, готовились. 10-ю школу выбрали, потому что живете рядом? Нет, специально выбирали. Шли сюда специально. Потому что говорят, школа хорошая, образование лучше дают. Мы живем-то недалеко, переехали недавно. Уже когда квартиру покупали, уже чтобы ближе к школе было. А к школу выбрали раньше, чем переехали. Я хочу сказать, что в этом школьном дворике сегодня собралась удивительная команда. Команда учеников, команда учителей, команда замечательных педагогов, команда замечательных родителей. Амтек – это не только учебное учреждение, это место, где учат дружить, это место, где совершенно другой дух, здесь точно совершенно умеют все вместе объединиться и все вместе решить какую-то задачу, добиться цели. Именно поэтому здесь столько олимпиадников, победителей разного уровня конференций и так далее. Потому что это и есть итог вашего очень тяжелого труда. Через тернии к звездам мы пройдем, и лишь